что Геннибар что-то поправил. Так, я надеюсь, тут не помешаю людям. И еще одна едет. Я думала, на меня едут. Поступила на руку. А они не едут. Посижу тут немножко. Вот это говорят кипарис. Декоративный. Ну, что это называется туя? Ой. Те большие, это тоже кипарисы. Но не декоративные. А тут. И можжевельник, это тоже разновидность, оказывается, кипариса.
Все-таки тут в туристическое время и внутри пансиона живут. Пансионата, в смысле. О, пальма. Такая высотая. Пока камера доставала, маленькая интересная птичка финтюрила. Скинула фотку вида с балкона. Человек сказал мне, что смотрится неплохо и первая линия. Я пол не понимать, что такое первая линия. Первая линия напротив моря, может быть. Человек тут, работающий по имени Алиса, не знает, что такое за розовые цветочки, сказала, что такие же еще бывают белые. И то, что похоже на жимолость, она тоже не знает, что это, а что, возможно, это разновидность жимолости. Не знаю, если с здоровьем попробовать ее. Сколько мне известно, изначально это была детская юношеская спортивная школа. До 87-го года. Ну, это другая птичка. Ждала я на качельке, когда проедет машина белая. Но она куда-то в другое место в итоге выехала. Вроде как обещают завтра какого-то туриста. Ну, я как бы рассчитывала на то, что это начало сезона, и будет мало людей. Я ожидала, что из всех туристов тут буду первая я. Почему-то у меня как-то загорели ноги полосочками, только совсем сверху. Вчера у меня колени загорели, причем они стали красными после того, как я нога на ногу посидела на кресле, точнее на балконе вечером. А потом думаю, ну может отсидела. Оказалось, что они как-то так загадочно загорели. И вчера я только руки и ноги мазала этим кремом. Ну, в смысле, кокосовым маслом. А сегодня все части тела, которые из-под купальника вылезают, которые не закрывают купальник.
И вроде как, ну, не то чтобы обгорели, но немножко так вот, когда их касаешься, больно. Плечи. Причем почему-то левая больше. То ли я умею сопереживать людям, которые мне симпатичны, то ли спорвала. Сегодня узнала, что одного няшного создания мелкая депрессия, и я что-то так расстроилась. Птичка, кстати, я когда сегодня лежала, нет, или это не птичка, мусорина, лежала на пляже, скажем так, хотя это вчера было, да, вчера это мимо меня профентерил что-то типа голубя. Какая-то мусорина или как? Ну, тут встречается иногда какой-то мусор. Люди, видимо, не считают должным его убрать, которые тут работают. Ну, а те, кто кидает, просто сами мусор, скажем так. Хотя я вчера гуляла тут по территории и видела такую железную бочку, в которой всякий мусор лежал, и, видимо, ну, рассчитано на то, что люди сознательно будут кидать мусор именно туда. Шишечки. Что это за шишечки? Еще один интересный паук. Камера его увидит или нет? Зеленый паук. Может быть, это будущий каштан? Да, похоже, дело там мусорина. Была бы эта птичка, давно бы уже усинтурила. Как тут интересно пахнет. Все еще не нашла эти самые эвкалипты. Может, надо совсем вглубь идти, чтобы их увидеть. Вчера вечером мне дали добро на то, чтобы я не законялась, что нигде не могу найти магазин, чтобы купить человеку определенный сувенир. В итоге я второй день набирала еще немножко камушков. Как хорошо, что камерой можно приблизить что-то, что издалека кажется дико страшным. По-моему, это улитка. Древесная.
Я боялась, что это жук с ушами. Но жук с ушами я тут, кстати, не видела. Один раз какая-то мелкая. Я очень рада, что их тут нет. Не так страшен черт, как его малюют. Или у страха глаза велики. Вот эта штука оказалась, нашлась мне тут какая-то практически белая, как бы распущенная. Я подумала, что это цветочек, но из нее какой-то нектар выпал. Не знаю, что это на самом деле. В общем, я ее немножко так лизнула. Слегка на березовый сок смахивает. Но в итоге выплюнула. Рискую здоровьем. Не знаю, что это. В общем, до следующего интересного момента. Не поверите, люди, это лаврушка. Вот так выглядит лаврушка в живой природе. В свободном виде. А не в горшке у Лёки. В квартире. На балконнике. Правда, я думала, она тут где-нибудь цвести будет. Или еще как-то. Но она не цветет. Абхазская лаврушка. А это та улица, по которой я вчера гуляла. И где меня сначала молодой на машине. Ну, в сравнении с тем, что потом старый. Без пешком. У дома которого я внезапно, кажется, оказался. Зазывали то покататься, то в гости. Если честно, Люля опять увидела страшную штуку. Я не помню, она была там или нет. Вчера. Или я просто не дошла до этого момента, места. Я нашла, кстати, еще маленький грецкий орех. Теперь я уже знаю, что это грецкие орехи. И, может быть, все-таки рискну здоровьем. Только, наверное, в других тапочках надо. Пройду туда вглубь территории. Не сегодня, конечно, может быть, завтра. Транспортная штуковина на самом деле оказалась старым заброшенным трактором. Сегодня я прошла чуть подальше. В общем, завтра я решила рискнуть и пройти. А у меня приближение, оказывается, было. Если не до самого конца, то хотя бы часть пройти. Сегодня другой человек. Все наворачивают и не убирают. Ой, к вечеру стало как-то пасмурно, слегка прохладно. Ну, там, видимо, какое-то футбольное или что-то в этом роде поле.
Меня постоянно пытается куснуть. Не знаю, что это. Это конец забора. Эту башню сегодня было видно, когда я с экшн-камеры снимала обзор двух этажей. Оказалось, не горы, а просто лес. Ну, деревья. Птички с кадр случайно влезли. Прям самый максимум. Судя по всему, вот это вот ресепшн. А может быть и нет. А, да, скорее всего, ресепшн. Потому что я сейчас стою лицом к, если прямо сквозь дом, то к выходу. Спиной к тому, что, можно сказать, задний двор. Мне сказали, не помню, говорила или нет при записи, что сюда иногда приезжают и художники порисовать. Я говорю, а я тут тупо фотографирую. А мне сказали, а мы уже это типа поняли. Ну, после того, как я второй раз сказала, что я фотографирую. Вот это сосна. И там еще такие деревья, которые я не знала, что это, на самом деле оказались самые старые древние сосны. Сегодня на пляже бегала собака. Вчера вечером тоже бегала, даже полаяла, но издалека. Но я не трогала. А еще говорю, дьявол, пожалуйста, пусть она меня не будет трогать. Но вы там какому-нибудь своему богу молитесь. А я тому, который в информосферу, правда, не молюсь. Но все же, поминаю.
Вряд ли мадаками на такие вещи, скажем так, мощность распространяется. Ну, а сегодня, короче, была черная собака, она так бегала. Думаю, только ко мне не подошла бы. Ну, как писали в каком-то отеле, я зеваю. Они тут как бы не трогают и не подходят близко. Сами. У меня где-то минут 20, да, ужина осталось. И тут очень рано темнеет, на самом деле. Вчера до моря прошлась, на телефон поснимала. 20 минут 9 уже темно. Причем минут 7-10 9 еще так, ну, как бы легкий намек на легкие сумерки. Точнее, даже очень легкий намек на легкие сумерки. Но уже в 7.20 где-то понимаю, что ощущение, будто ты в уключе, когда часов 10 вот так на дворе летом. Сегодня я решила посмотреть, работает ли телевизор. Там меня вчера родственник спрашивал в WhatsApp. Я даже еще не пыталась его включать. Ну, в смысле, после ужина сразу пойду домой. Да, это называю домом. Третий раз уже за все пути здесь, называю это домом. В номер пойду и потопчу там, может, пораньше лягу. А завтра планирую здесь прогуляться. Ну, утром я хожу после завтрака на пляжик. Ну, как-то странно так загорает. Руки я сегодня держала и так, но они почему-то загорают только полосочками. Может, правда, первые дни. Я нашла, короче, лаврик, я, наверное, его снимала. И несколько листиков себе собрала в память. Не, дома-то, конечно, его уделаю, если не забуду. И еще завтра пойду вон туда. Там я с самого начала хотела прогуляться, но что-то думала, что нельзя, может, или стеснялась, или как-то так, ну, как обычно. А вчера еще там коровы гуляли, я что-то как-то не рискнула, думаю, хрен знает. Может, они увидят меня с камерой, решат, о, камера, надо подойти посмотреть. Тут, кстати, есть комары, и только что один пытался меня цапнуть. А еще по вечерам залетают какие-то странные мухи, которые как бы не кусают, но летают, жужжат. Одно я как-то прихлопнула, оказалось, но она такая же живучая, как в Угличе, как в России. Кстати, вон там кухня.